Итак, всем привет, 259 выпуск ежедневных видосов. Итак, как я уже не раз говорил, я выставлял свой старый ноутбук, точнее ноутбук Юли, на продажу. И вот вчера, 20-й, 30-й, может даже 50-й звонивший, согласился, что будет покупать его. Получается, ноутбук в этой сумке. Сейчас нужно его запаковать. Коробка для ноутбука есть, но туда сумка не влезет. Придется сумку паковать отдельно. Ну и самое главное, чтобы это не было разводником. Чтобы не было так, чтобы я отсылаю посылку. Она к нему приходит, он говорит: нет, я не хочу ее покупать. И мне нужно кучу денег тратить на доставку туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну что, приступаем к упаковке. Какой ковер у меня, красавчик просто. Так, короче, коробка с ноутбука старая. Сейчас я ему сюда запакую этот ноутбук. Пылючку протереть же надо. И начинаем паковать. Так, ага. Ну чё, пошёл я на новую почту, буду отсылать. Лишь бы он купил и не наебал. Иду на отделение новой почты, несу посылку. Вот лишь бы не было-то наебаловым. Мне пока везло, сколько не слал, сколько не покупал, никто никого не кидал. Ну, как говорится, всегда бывает первый раз. Короче, отсылаю ноутбук, мышку, подзарядку, сумку для ноутбука. За все это 4000 гривен. Короче, пришел на отделение, там, оказывается, оно работает только с 11. А сейчас только 10:15. Пришел на детскую площадку, буду ждать 11 часов. Потому что домой идти впадло. Лучше подожду. В хорошем состоянии.
Я же говорю, когда все ставил цены, там посмотрел, такие самые ноутбуки без батарейки продаются за 3500. А тут и состояние хорошее, и батарейка рабочая, еще и сумку даю. Ну, в ремонте не был, все точно, да? Не был в ремонте. Только я от пыли чистился и все. Понял, понял. Ясно, ясно. Ты собираешься на квалдроне, хочешь куплять чиш? Да я это, обычный компьютер купил себе просто. А, понял, ясно, ясно. Так ноутбук без дела валяется. Все, пока. Я тебе созвоню все с тобой. Я Добренько, все, пока. Пока. Ну вот, получается, пришел с новой почты, отправил ноутбук, уже поговорил с этим человеком. По словам, клянется, что заберет его. Ну, посмотрим. Блин, а на улице так холодно, пока дошел, так замерз, капец просто. И вот, когда я продам ноутбук, надеюсь, он его купит, данный товарищ, я планирую себе заказать телефон, телефон P800, только не золотой, а серый. Получается, нашел продавца за 4000. Почему-то там везде все продают 4400, 4500, 4600, некоторые продавцы и за 5 продают, даже больше, чем 5000 гривен. Ух, вот такой телефон, получается лопата, 5,5 дюйма. Характеристики. Почему я покупаю? Потому что тут офигенная батарея. Где она пишется? Вон, батарея 4165 мАч. По идее, должно хорошо держать. 8-ядерный, 3 ГБ оперативки. Ту-ду-ду-ду-ду. Вот такая типа лопата. Так, подожди, тут что, чего подарок? Защитное стекло дают? Ничего себе. Обычная защитная пленка идет в подарок. А защитное стекло хрен 300 стоит. Ну хоть 200 стоит. Это хорошо, если будет защитное стекло в подарок. Помимо телефона я еще буду заказывать камеру. Тут написано типа экшен камера, но я не знаю. Эту камеру экшен камера тяжело назвать, потому что ей нету защитного корпуса. Камера получается такая вот карманная. Она размерами не очень большая, примерно как Nokia 6200. Посмотрел по видео, которое она пишет, вроде бы очень хорошо пишет. Ну она, конечно, бэушная. Стоит 890 гривен. Новая такая камера стоит больше 3000. Если эта бэушная камера будет нормально работать, я буду очень довольный. За такие деньги купить такую камеру. Ну вот, это в принципе мои планы. Надеюсь, что мужик купит ноутбук.